сказать, что тебя обидели. Вместе собрать его. Не, ну смотри, кто меня обидел? Я тебе предлагаю, как нормальный человек, давай встретимся и там поговорим. Если хочешь, пойдем в ЛС, чтобы ты не думал, что я выебываюсь. Но ты этого не хочешь, ты хочешь чего-то другого. Сейчас он офнулся опять. Микрофон чинит. Короче, если он приведет кого-то, я, наверное, вот, в понедельник с ним встречусь. Вот. Не знаю. Это он, короче, он в последнее время странный какой-то, злой. Блять, нахуй вы на его сервер зашли, скажите, пожалуйста. Угорать. Я чисто ради интереса. Арепус. То же Арепус. Самое, скорее всего. Макс, там не будет чуть. Типа конкретной цели у вас не было, да? Ну да. Нет. Какая тут нахуй конкретная цель может быть? Блять, Фронли, так давай продолжим наш разговор. Ты вообще не хочешь, да, на меня время свое тратить, и ты не хочешь со мной встречаться, да? Хорошо. Чё говоришь? А чё, я ж тебе миллиард раз сказал. Потом в ЛС обговорим? Где встретиться, хорошо? Потом так мы уже обговорили. Ну, братьев призовите, потом тут братьев самое главное не зови, которые будут тебя защищать вместе с твоей мамой. Да не, они не будут защищать меня. О, кстати.